еще одну экскурсию, которую мы хотим вам показать, это на водопад Ляхальда. Водопад высотой 210 метров, и туда добираться очень тяжело. Это либо пешком, либо на мулах. Но мы выбрали экскурсию на вертолете. Сейчас мы вам ее покажем. Приезжает за нами вот такой вот автобус. Ола. Ола. Мерить температурку. Да. Хорошо. Масло. И мы отправляемся к вертолету. Мы добрались до вертолетной площадочки. Сейчас будем ждать нашего пилота. Вот на таком вот вертолетике. Плюс час мы приземляемся на диком пляже и купаемся. А пляж называется Эсмеральда.
Вот он, самый высокий и труднодоступный водопад на Карибах, высотой 210 метров. Водопад Ля Хальда можно назвать одной из главных загадок Доминиканы. Его окружают плотные, практически непроходимые джунгли. Здесь растут столетние деревья, около 25 видов птиц. Плотность растений настолько велика в этом районе, что в некоторых участках не видно даже солнечного света, не говоря уже о водопаде. Раньше вертолеты могли приземлиться на площадку водопада, но после урагана в 2017 году вертолеты больше не могут совершить посадку у подножия водопада и лишь пролетают над ним. К нему можно добраться пешком, но, к сожалению, 1-2 раза в год в районе водопада теряются группы самостоятельных туристов, которые, понадеявшись на собственный опыт и карты, отправляются исследовать территорию. Сложность заключается еще и в том, что в данном районе интернет и мобильная связь доступны не на всех участках пути, и заблудившиеся туристы не всегда могут вовремя вызвать помощь. Приземлились мы на пляже Эсмеральда, пролетели над водопадом, остановка там невозможна на водопаде, там очень большие горы. Сейчас купаемся на пляже, час времени у нас есть, у нас тут два вертолета. Купаемся на пляже, пляж хороший, вода чистенькая, после этого летим назад на базу. Да, вот так выглядит наша стрекоза. Очень интересный такой вертолетик. Вообще не трясет. Пляж называется Эсмеральда. Получается, в таком заливе. Нам приготовили ланч, какой-то бутербродик с напитками. Пляж и правда выглядит диким, здесь никто не убирает, кокосы валяются. Пальмочки красивые. Называется «Почувствуйте себя Робинзоном Крузо». Вот с обратной стороны острова. Песочек такой, как будто вулканический, потому что местами черноватого цвета. А заход в воду, вот тут камни. С той стороны был песок. Волны здесь темнее. Вот такой вот райский отдых. Но все-таки остров не совсем дикий. Я нашла здесь лошадку и какой-то домик. Видимо, какие-то отшельники рабочие живут. Вот такая вот тут лошадка пасется. Да, вон там какой-то домик. Там проживают.
Экскурсия получилась на вертолетике. В принципе, супер. Если есть у вас лишние денежки попробовать, это будет шикарно. Не пожалеете. Вот такие Робинсоны 66. Катают по всей Доминикане. Хорошие вертолетики. Конечно, кайфово на них летать. Проще приземляться, чем на самолете. Конечно, приземлился на любом пляже, в любом месте. Очень удобно. На самолете, конечно, нужна взлетная. Здесь шикарно. Приземлились на пляже, да и все. Пошли покупаться. И назад полетели. При выходе из аэропорта можно посмотреть что-то в их магазинчике. Разные сувенирки. Hola. Маечки. $16. 2 за 28. Вот такие вот сувенирчики. Мама Хуана, обязательно это самый у них лечебный напиток. Мама Хуана. Такие вот машиночки. Это все в аэропорту.